Также, наверное, вопрос вот по свежим впечатлениям группа Бендшпиль. Бендешпиль. Бендешпиль. Бендшпиль. Что можете сказать? Я знаю, что вам понравилось изначально, да, вот такое звучание, вроде как минимализм, но в то же время достаточно насыщенное. Слушайте, шикарно ребята отработали. Для меня это открытие. Я не знала, что у нас в городе столько потрясающих коллективов, которые продолжают традицию шансона, и не только французского шансона. Прекрасно звучат. Да, два человека на сцене, да, милая девушка Валерия и ее партнер Виктор. Виктор вообще человек-оркестр, да, он играет и на кахоне, на аккордеоне, и на перкуссии. Звучат абсолютно полноценно. А еще у Валерии на груди висит, как она правильно сказала, вошборд, как мы нам привычнее, Стиральная доска. стиральная доска, да. А что еще нужно вот для аккомпанемента? Главное, конечно, в стиле шансон тембр голоса и артистизм, и душевность, с которой артистка в данном случае, да, исполняет уже полюбившиеся с детства знакомые песни. Я очарована. И следующий коллектив, который сейчас вышел на сцену, Амелия Акустик Трио, я посмотрела накануне их первую видеоработу, видеоклип, который мне тоже очень понравился. Тоже интересное сочетание инструментов, контрабас, укулеле, флейта и прекрасная вокальная аранжировка на три голоса. Очень все сочно. Вот при таком вроде бы минимализме аккомпанемента, все очень звучит полноценно, плотно, интересно, очень музыкально. Я уж не говорю про коллектив, который вот выступит после уже Амели Акустик Трио, на сцену выйдет Big Body Band. Это целое шоу предстоит увидеть всем собравшимся. К великому сожалению, я этого уже не застану, а только смогу смотреть в Трансляция. онлайн-режиме трансляцию, да, потому что мы прямо сегодня улетаем по городам и весим. Вот. Я очень рада, что у нас сегодня состоялась вторая встреча в рамках совместных мероприятий, совместных музыкальных встреч с Агентством Больших Возможностей. Первая состоялась в апреле месяце, и эта встреча была посвящена такому жанру, который называется акапелла. А сегодня вечер посвященный шансону, и я думаю, что в декабре, перед Новым годом, мы погрузимся в полифонию госпела. Так что следите за нашими объявлениями, за нашим календарем событий. Пушкин рядом, Агентство Больших Возможностей. Можно еще по поводу шансона спросить? Вот вообще Конечно. называя так вечер, да, французский шансон. Вы сами каких, в первую очередь, авторов имеете в виду, когда слышите французский шансон? Кто это там, не знаю, Жак Брель, там, Азнавур? Азнавур, конечно, в первую очередь Азнавур, Джо Дассен, Пиаф, но сейчас позже уже Зас, даже... Ой, ну... Зас тоже шансон. Думаю, что да. Все-таки она апологет и продолжатель шансон традиции. Мне кажется, что французский шансон и русский менталитет, они, ну как, я не знаю, как брат и сестра, они, мне кажется, эмоционально очень близки. Мне кажется, что ни одна нация, ни одна народность так не любит французский шансон, как это любят русские люди. Я не буду, конечно, жестко утверждать, но мне кажется, что ни немцы, ни итальянцы, ни японцы вот так близко к сердцу не воспринимают русский шансон, как это воспринимаем мы, русские. Что-то нас вот роднит по эмоциям, по мелодизму. А вот Вот по чувству юмора, как-то бесшабашности, потому что вот в каждом исполнении французского шансона, почти в каждой песне существует и прямо читается какая-то ирония, самоирония, ирония, легкость, озорство. можно еще спросить про русский шансон? Он немножко себя дискредитировал, но мы, тем не менее, должны помнить, что были имена такие, как там, допустим, Аркадий Северный, например, или там
Дмитриевич и так далее. То есть, ну, музыканты тоже достаточно интересные. Вот есть какая-то связь между этой музыкой и вот той музыкой, с которой вы, в принципе, все так или иначе ассоциируетесь, то есть с рок-музыкой, да? Ведь тот же самый там Гребенщиков, он связан с Бобом Диланом, там, с Вуди Гатри, то есть тоже с какой-то фольклорной и с шансонной какой-то манерой, по крайней мере. Ну, шансон – это песня, а все, что звучит со сцены под аккомпанемент – это песня в первую очередь. И то, что вы назвали и сказали о некой дискредитации русского шансона, но есть такое. У нас просто понятие русского шансона, к сожалению, сузилось до понятия, например, тюремного шансона, Блатной. тюремной лирики, блатной. Вот. Если мы говорим русский шансон, почему же сразу думаем, что это песня о тюрьме, о непростой судьбе заключенного, да? А ведь это намного шире понятие, и в первую очередь, по крайней мере, для меня шансон – это песня, которая повествует о каких-то душевных переживаниях, лирических, это какой-то событийный ряд, это повествование, Текст. текст, да, некое повествование. А вот эта текстовая составляющая, насколько для вас важна? Вот мы сейчас находимся в пространстве Пушкин рядом, судя по оформлению зала, даже скорее Бродский рядом, там несколько. Вот насколько для вас важен именно в шансоне такой лексический, поэтический ряд? Так вот, где, как не в шансоне, как раз и можно озвучить тексты, не лишенные смысла. Эмоциональные, содержательные тексты – это как раз вот и дает возможность услышать как раз шансон. Ну, еще романсы, конечно. Я выдохлась. Кажется, я все сказала. Последний вопрос тогда. Последний вопрос. Значит, акапелла, шансон, госпел. А еще вот как-то оформляется вот эта линия этих вот концертов, да, которые, они достаточно редкие на самом деле. Вот так вот раз в квартал пока. Что будет дальше? И будет, может быть, их больше? Будут ли они увеличиваться в своем количестве? Видите, вы как раз наблюдаете за рождением традиции. То, что больше двух, это, я считаю, это уже традиция. Дай бог случится вот эта третья встреча, посвященная госпелу. Отличный звук. Что будет дальше? На самом деле, ведь поводов для творческих встреч совместно как раз с Агентством Больших Возможностей, я думаю, может быть невероятное количество. Это может быть не только музыкальные встречи, это могут быть и поэтические, и театральные. Все, что угодно, все, что несет за собой живую энергию, все, что может наполнить мир красотой, смыслом, еще раз повторюсь, живой энергией, все это будет здесь происходить. Спасибо большое, не задерживаем больше. Спасибо, Виктор, за понимание.